Меняется законодательство, меняются основы оценки взаимодействия госорганов, частных компаний. И мы понимаем, что для нас важно сохранить деятельностью совместной качество проведения оценки, качество и оперативность выхода материалов и исключение, максимальное исключение спорных моментов. Нашего совета будет зависеть, если не все, то очень многое. И вот хотелось бы, чтобы этот совет был таким постоянно действующим органом. И, наверное, может быть, даже я бы хотел, чтобы и представительство в совете было таким, ну, постоянная часть она была бы всегда, но как можно больше привлекалось для оценочной деятельности людей из бизнеса, из разных категорий. Одна из сейчас самых острых проблем, которая, естественно, касается и нашего региона, это кадастровая оценка. С учетом того, что федеральный закон дает возможность до 2020 года для наведения порядка и в каждом регионе создать ту систему, которая будет работать положительно и с тем эффектом, который мы должны получить, это довольные потребители, довольные бизнес-сообщества, которые столкнулись сейчас при оплате налогообложения с очень весомой разницей рыночной стоимости от кадастровой. И оспаривание продолжалось и пока будет продолжаться на период переходного вот этого наведения. К чему я? Вот к тому, что работы очень много будет у регионального совета, вот в первую очередь для помощи создания вот этого правильного, нормального института кадастровой оценки.